Всем привет, это продолжение. Продолжаю показывать состояние кристалла внутри, так как просили люди. Вот следующий кристалл номер 105. Задача показать состояние внутри, со вспышкой внутрь. Свечу телефоном и снимаю. Так, фокус, конечно, не сразу наводится, так, но я постараюсь. Так, это номер 105. 18 на 30 был. Этот 18 на 40. Вот он. Номер 114. Следующий тоже 18 на 30. Ну, номер 109. Следующий тоже 18 на 30. Сам кристалл. Номер 112. Этот пожелтел. Ну, прозрачность не потерял. Спектры. Могу с него показать. Я с него снял спектры и фона планеты, и вот черники. Желтенький такой прям. Не, зеленый. Это даже зеленый цвет, это не желтый. Он зеленый. А под углом, кстати, пропадает это желтизна, смотря под каким углом смотреть. Интересно. Так, ну, кристалл для альфа частиц тоже покажу, так как он прозрачный. Этот я пронумеровал как 22, тут 2244 заводской номер. Вот фокусирую. Вот фокус есть. Идеально белый прозрачный кристалл. Переливается он серебристым блестками такими. Следующий я пронумеровал никак, по заводскому номеру. 3056 заводской номер. Вот он. Следующий для бета частиц 911. Ну, вот так он выглядит. Трам 63, это частиц. Номер 21.
тоже спектры я снимал. По бокам, если видите, внутри зеркальная поверхность, это придумали очень хорошо. Следующий. Вот этот. Вот как переливается. Да, видно каждую крупицу серебристую. Так, ну все, показал вам всех со всех сторон кристаллов, тонов тоже. Ну все, все показал внутри. Следующие, ну все предыдущие части этого обзора в описании под этим видео. Всем пока.